Мы увидели главную часть этого поезда на магнитных подушках, Магвелл называется, в городе Шаньша. Будет две станции. Мы здесь нарисуем. Надеюсь, будет показать, сколько километров в час мы поедем. Вот так вот живут люди в Китае. Мы тоже хорошо живем. У нас появились аэроэкспрессы. Мы с удовольствием ездим на них. Всем здоровья, благополучия. Поедем, покажу, что же там интересного.